Масленичная неделя началась. Сегодня готовим блины с различными начинками. Обратите внимание, именно сейчас выглянуло солнце, когда мы жарим наши блины. Добавим сверху немного крем-чиза. И теперь самый главный ингредиент масленицы – красная икра. А блинчик посередине мы сделаем максимально эксклюзивным с нашей новинкой – икра кефали батарга. И сверху мы добавим немного пудры со той же батарги. Масленичная неделя в самом разгаре. Пробуйте как и классические варианты, но также не бойтесь экспериментировать. Ждем вас в Джундори.